Вот сейчас взрыв прогремел у нас. От нас где-то метров 500, 300-500 метров. Дом весь, воду будут лить, оно током будет лить. Дом весь разрушился. Раненые люди. Там никого больше. Дом в хлам, соседский дом. Машины. Здесь соседский напротив хлам. Здесь все. Дом горит, все рушится. Сейчас вон пожарная едет. Вчера ранение люди. Сережа, все в порядке, все. Здесь у соседей напротив все в хлам, он валяется. Здесь все в хлам, дом. И здесь даже, он далеко, и здесь тоже хлам, здесь хлам. Охренеть, блин. Поэтому посмотрим, если у нас должна быть экспертиза, то приедут строители, сделают экспертизу, если там несущие какие-то или конструктивные, что-то нет, замок. Ну, это у вас. Это у вас. Поэтому просто подождите, сейчас достаточно большой радиус, но все равно видно уже, что кто-то право работает.